Друзья, всем привет! Извините за то, что так вот дергаю столом, соответственно, видеокамерой. Что хочу сказать. Бывают такие посылки, которые совершенно непонятно, что за посылки. China Post, это China Post, это, соответственно, как вы понимаете. Вот, здесь у нас все написано, но вот есть какой-то трек-номер, который соответствует моему Севастополь 0692, да, но странно. Если этот трек-номер, вот этот 0692 и так далее, то я не знаю, у меня нету такого непосредственно в моих почтовых отправлениях, нет именно такого трек-номера, и я не знаю, что это такое. Скорее всего, это в таких вот посылочках присылают, на мой взгляд, на моем веку, только две вещи. Это либо чехлы от телефонов, либо какие-то другие аксессуары. Ну, скорее всего, это или защитные стекла, или это чехлы. Я заказывал и чехол от Xiaomi Redmi 4, а также я заказывал, еще жду один чехол от iPhone SE. Собственно говоря, у меня есть серый, ну, я бы не сказал, что он серый, я бы сказал, что он, наверное, все-таки черный. Вот. Поэтому давайте будем... Ага, дураков нет, там еще с четырех сторон обклеили. И вот никаких звуковых нет. Я считаю, что там стекло находится, потому что оно легкое и, скорее всего, никак не это. Возможно, что это и чехол с распорками непосредственно, ну вот, вот такого плана, поэтому он не стучит, вот такого плана, там, если есть распорки, то... Вот, ну давайте посмотрим, что... Вот такого плана распорки делают. Да, и мы видим, что это не чехол, это стекло. Это действительно стекло. Здесь у нас первый раз я вижу вот именно такого плана бумажечку. Кстати, молодцы китайцы, что сделали из пластика вот такого, из пенопласта такую штуку интересную. И очень удобно транспортировать, ничего не ломается, стекло во всяком случае не бьется. Как вы понимаете, друзья мои, здесь находится... Салфеточки, влажная. Так, что у нас там на просвет видно? У нас на просвет видно, что там, кроме непосредственно самой тряпочки, если мы посмотрим, да, и кроме самой тряпочки, мы наблюдаем еще какие-то два пакетика. Ну, вы знаете, что это за пакетики. Этими пакетиками является первая, это спиртовая, и вторая сухая тряпочки. Итак, давайте посмотрим. Такое ощущение, что это все-таки наконец-то. Вы знаете, друзья мои, это... Блин, а я еще одну заказал. Это у нас белого цвета. Защитное стекло для Xiaomi Redmi 4. Я надеюсь, что он подойдет. Вы знаете, я уже оплакивал его. Я уже открыл спор, и мне уже вернули деньги за него. А он пришел, и я купил еще один, уже черный. Вот такая вот судьба. Ну, это хорошо, что за одну цену можно купить два чехла, правда? А пусть они не мучают нас и присылают... Ну как, 60 дней, кстати, еще не прошло, а может и прошло, я не знаю. А давайте посмотрим, чем черт не шутит-то, в чем тут дело-то. Давайте посмотрим. Сейчас заходим в мои заказы. Кстати, в Москве, когда я покупал непосредственный телефон, мне продавали вот такие штуки за 700 рублей. Представляете, ну я еще был, естественно, не в курсе, что почем, что и как. И, соответственно, мне проще было при покупке телефона сразу купить защитное стекло. Никогда не пользовался тогда этим защитным стеклом, соответственно... Да, соответственно, не знал цену. И потом приходил, говорил, а мне не нравится стекло. И они мне так просто меняли три стекла, знаете, еще там подряд. А в итоге я вижу, что хорошее стекло, и оно стоит всего ничего. Оно стоит всего $1.30.
1 цент. Ну, вот это стекло стоит дороже немножечко. Дело в том, что я купил еще один, и оно уже отправлено ко мне. Вот. А здесь давайте посмотрим, что мы имеем. Так, сейчас секундочку. Секундочку, секундочку, секундочку. Итак, друзья, оказывается, что это находится не в этом профиле. Давайте мы зайдем в другой профиль и посмотрим. И мне просто очень интересно, как долго шла эта посылка и сколько денег я получил непосредственно за возврат. Действительно важно. Вот, потому что часто бывают такие ситуации, когда отбиваю деньги, при этом буквально на следующий день. Ух ты! Буквально на следующий день или через день там приходит посылка. Бывает такое. Бывает. Это иногда приятно, иногда смешно. Но прежнюю я, вы знаете, кстати, хочу сказать относительно Redmi 4, Xiaomi Redmi 4, да, что действительно телефон хороший. Во-первых, у него металлический корпус, очень такой явный металлический корпус, интересный. А у меня проблемы были, сказать честно, вот, небольшие. Вот, была реакция нехорошая на что-то, и я кинул этот телефон, ну не со всей дури, конечно, но довольно сильно кинул его об стену. Да, я нашел этот заказ, завершено, написано, продолжу. Значит, кинул об стену, и телефон, ну стена от меня находится, ну метра три. Вот, телефон попал именно стеклом, как бутерброд маслом, да, вот, именно стеклом попал, а я кинул очень хорошо. Кидать я умею, ну, кинул, короче, со злости очень хорошо. И получилось именно так, что вот это все стекло, оно пошло действительно паутинкой. А стекло самого телефона, ноль эмоций, вообще не повреждено. Но были проблемы с повреждением металла. То есть даже металл немножечко в некоторых местах согнулся. Давайте, наверное, чтобы не быть пустословом, я вам покажу. Сейчас, секундочку. Вот телефон. И давайте. Так, извините. Микрофон. Итак, вот телефон. Я уже посмотрел. Да, вроде все правильно. Судя по кнопкам, в смысле, не по кнопкам. Да, и вот здесь внизу. И здесь внизу у нас и кнопочки совпадают, соответствуют. Как вы видите, да, и наверху тоже все соответствует. Кроме вот этой дырочки, которая самая левая, которая не знаю, что к чему и о чем. Вот. Ну, на самом деле я очень доволен, хотя этот телефон уже отдал отцу, и отец с удовольствием им пользуется. Я хотел показать вам результат. Видите, немножко помято. Вот каким-то образом он. То есть телефон крутой, реально классный телефон, металлический, он реально металлический, реально офигенный, он холодный, друзья мои, он очень приятный телефон. И то, что говорят про iPhone, что вот это вот скос, это такой офигенный, херня это все, друзья мои. Вот здесь он офигенный, именно здесь. iPhone это так, пародия. Хотя сейчас я снимаю на iPhone. Итак. Где тут еще у меня был этот. Ну, где-то больше я особо не вижу. В общем, телефон остался в норме, ничего не повредилось. Как вы видите, стекло в отличном состоянии, совершенно без проблем. Все работает. То есть этот телефон, он вообще противоударный, я бы сказал. Ну и, конечно, буду наклеивать вот эту штуку. Хотя следующую,
Кстати, друзья, я заказал черную. Так что посмотрим. Вот так это выглядит. Здорово. Итак, друзья, всем спасибо за просмотр. Кому было интересно и полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, друзья, желаю вам хорошего дня и всего доброго. Пока.